63 лицензии в 13 видах спорта уже завоевали белорусы на 32-е летние Олимпийские игры в Токио. Об этом заявил сегодня министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на заседании в Совете министров, посвященному подготовке нашей команды к предстоящему спортивному форуму. В планах завоевать порядка 100 пропусков на главный старт четырехлетия. Кроме спортивных результатов, в Совмине особое внимание уделили антидопинговому контролю, бытовым вопросам и моменту акклиматизации спортсменов в Токио. Олимпийские игры в столице Японии пройдут с 24 июля по 9 августа. В Беларуси продолжается досрочное голосование в Палату представителей. По данным ЦИК, накануне свой голос за кандидатов в депутаты отдали чуть более 4,5% белорусов. Наиболее активные избиратели – Витебской области. Досрочное голосование продлится по 16 ноября. А в основной день голосования – 17 ноября. На каждом избирательном участке будет организовано торговое обслуживание без надбавки по ценам производителей. На участках, где большое количество избирателей, торговля будет организована и снаружи в виде ярмарок. Пройдут дегустации, промо-акции и презентации. Генеральный план развития Минска будет скорректирован с учетом появления на карте столицы новых значимых объектов, а также застройки городов-спутников. Один из акцентов – на Смолевичах. В следующем году здесь построят 11 многоквартирных домов, школу, детский сад и торгово-развлекательный центр. Улучшаются и транспортно-логистические возможности. А в Минске в следующем году откроют новую школу и 8 детских садов.